В Ахинском краеведческом музее открыта новая выставка «Весна-2013». На ней представлено более 70 работ 16 авторов. На экспозиции посетитель увидит работы самых разнообразных жанров. Здесь есть пейзажи, портреты, натюрморты в технике масла, акварель, гуашь, карандаш. В этом году на выставке представлены работы как известных ахинцам художников, так и новых авторов. Радостно отметить, что в этом году, кроме давно полюбившихся авторов Петра Карповича Шищенко, Эдуарда Викторовича Антонова, Семена Никитовича Соболева, Льва Ивановича Апалькова, Владимира Михайловича Жиганова, на выставке представлены новые имена: Михаил Иванович Горин, Вера Дмитриевна Колесникова, супруги Коломиец Андрей Владимирович и Наталья Ивановна, молодой талантливый автор Александра Левченко. На выставке также представлены работы Александра Заболотного, Александра Лавринова, Аркадия Колосова. Это довольно известные авторы, но их произведения на экспозициях можно увидеть крайне редко. Ну, конечно, нельзя не отметить наших любимых, уважаемых женщин. Надежду Николаевну Керимову, Раису Павловну Шерий, Наталью Георгиевну Харутдинову. Их работы всегда радуют взгляд, настраивают своих зрителей на доброту и гармонию. Экспозиция «Весна-2013» продлится до конца мая, и у жителей, и у гостей города есть время поближе познакомиться с творчеством ахинских художников. Также здесь действует передвижная выставка фоторабот областного краеведческого музея «Человек и космос». Она была подготовлена еще к 50-летию первого полета человека в космос и до сих пор вызывает интерес у посетителей. На выставке представлено порядка 30 работ с изображениями планет, космических кораблей, видов Земли с космоса и, конечно, фотографии известных космонавтов. Экспозиция продлится до середины мая.